Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы изучаем стремительное освоение абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня хочу вам рассказать о нашем новом цикле уроков «Вязание на двух фантурах». Цикл будет состоять из трех курсов, и сейчас я вам буду рассказывать о нашем первом курсе. Проходить уроки будут на вязальной машинке Silverite 840. И сразу хочу вам сказать, что если ваша машинка отличается от моей, от Сильвера, ничего страшного. Мы с вами научимся вязать на двух фантурах, независимо от того, какая у вас вязальная машина, потому что в своих уроках мы не будем использовать никакие приспособления. Все операции, которые выполняют любые вязальные машины, имеющие две игольницы, очень похожи. И в ручном варианте разница практически вы не заметите. Кнопки и рычаги могут отличаться по внешнему виду, функционал этих машин очень похож. Для кого же этот курс предназначен? Прежде всего, он предназначен для уверенных пользователей основной фантуры. Вы должны знать назначение всех рычагов кнопок вашей вязальной машины, потому что изучением машины мы в этом курсе не занимаемся. Кто такие уверенные пользователи? Если вы умеете одновременно отслеживать весь процесс вязания, то есть и узор, и натяжение нити контролировать, и оттяжку, и крайние петли у вас не спадают. Вы прекрасно разбираетесь в особенности пряжи и знаете ту пряжу, которая подходит для вашей вязальной машинки. Знаете основные вязания технологии на основной фантуре и полностью владеете своей машинкой, то есть знаете назначение рычагов и кнопок, то этот курс для вас подходит. Если вы не имеете навыков работы на основной игольнице, вам будет очень сложно учиться на нашем курсе, потому что он интенсивный, и мы не занимаемся изучением основной фантуры. Мы занимаемся сразу освоением двух фантур одновременно. Чем же отличаются одно- и двухфантурное вязание? Потому что двухфантурная машина – это не одна и плюс одна. Это абсолютно другая машина. Это третья машина. То есть отличие колоссальное. Мы берем другое плечо для вязания. Ну, в основном. Есть машины, у которых плечо не меняется. А в современных машинах меняется плечо на двухфантурное. Там идет совершенно другая оттяжка. Мы используем чаще всего другую пряжу. И при переходе от одного вязания к другому, однофантурному к двухфантурному, у нас чаще всего меняет плотность. Плюс к этому мы совершенно не видим, что внутри вяжет наша машинка. И бывают очень неприятные сюрпризы. Поэтому для того, чтобы спокойно вязать на двухфантурной машине, вы должны быть абсолютно уверены и в своих знаниях, и в своей вязальной машинке. В нашем курсе мы не используем никакие дополнительные приспособления, поэтому если у вас их нет, и ничего страшного. Мы не используем ни жаккардовый карет, ни электронику, ни перфокарты, ни ажурные каретки, никакие другие приспособления. Мы выполняем вязание в ручном варианте. После того, как вы освоите наш курс, вам гораздо проще будет и общаться со своей машиной, и вы более четко сможете принять решение в необходимости этих дополнительных приспособлений. Вполне возможно, вы сможете обходиться и без них, и сохраните свой семейный бюджет, что тоже немаловажно. Итак, из чего же состоит наш первый курс? Первый урок – это заработок, либо наборный край. 5 видов наборных краев и закрытие петель. Двойное полотно, полный ластик, планки, воротники, полочки, рюши, валаны и так далее. То есть это видимые части нашего полотна. И край должен быть безупречным. Плюс к этому, почему 5 вариантов, не больше, не меньше. Больше – это уже излишнее, меньше. Я просто не смогла ни один из этих краев брать из урока. Они все мне нравятся, они все рабочие, все красивые и все нужные. Освоив этот урок, вы будете вязать идеально красивые края. Еще раз скажу, что эти части полотна, как правило, видны. И здесь вы видите один из уроков, это отработка нашего урока, как девочки отрабатывают наборные края. Плотный край, видите, он не растягивается такой рубчиком. Краешек, который не тянется, если вы попытались его растянуть, то есть он будет держать форму. Наоборот, край валан, который будет создавать рельеф. Край наборной резинки, он совсем плотненький, видите, с резиночкой. То есть такие элементы, они не используются каждый день, но в случае необходимости вы без труда сможете их использовать в своих изделиях. Второй урок – это резинки. Резинки, может казаться, что это самое простое, что есть, это вязание пластиком. Но если вы посмотрите на отработку этих элементов, то с удивлением обнаружите, что резинки бывают растянуты, это вяжут рыхлые, у них спадают петли, они неправильно выполнены, потому что перекошены. То есть такие моменты очень важно отработать в самом начале. Поэтому мы с вами будем отрабатывать резинки. Все возможные варианты. 1 на 1, 2 на 1, 2 на 2, переплетение 3 на 3, 4 на 4 и так далее, потому что есть нюансы в способе начала вязания. Полный ластик, само
собой, и каждый из этих вариантов в трех видах. Три вида будут представлять из себя дополнительные накиды. То есть без накидов, с накидами с одной стороны, с накидами с двух сторон. Вариантов ластиков очень много. Мы с вами выполним основные, и уже на базе этих видов вы без труда сможете освоить какие-то еще дополнения, которые вам, может быть, понадобятся или просто понравятся. Здесь вы видите один из уроков, отработка урока по вязанию разнообразных резинок. Третий урок – убавки и прибавки на всех типах резинок, рабочие и фактурные. Рабочие убавки – это те убавки, которые у нас идут по краям. Как правило, они уходят в шов, и все равно они должны быть аккуратны. Они могут тянуться, могут, наоборот, держать полотно. И фактурные убавки – это то, что украшает наше изделие. Это обычно реглан, горловина V-образная. Очень красивые бывают оформления. И здесь вы видите, опять же, один из уроков, как можно отработать эти достаточно красивые элементы. Четвертый урок. Три разных варианта манишки резинки. Видите эти манишки. Как в любом изделии, у манишек, несмотря на то, что это достаточно простые изделия, тоже бывают свои нюансы. И плюс к этому это отличная отработка по вязанию предыдущих элементов. Мы их собираем в разные варианты с убавками, с разным разбором игл, с разным началом полотна. Получается достаточно красиво, интересно и не скажу, что сильно просто. Для отработки наших знаний идеальный вариант. Мы сделали три вида. Каждый из них имеет свои нюансы, свои особенности. Здесь вы видите эти манишки поближе, то есть переход ластика из переплетения 2 на 2 в переплетение 1 на 1, 4 на 4 в 2 на 2 и манишка, выполненная переплетением 1 на 1 с использованием разных вариантов резинки. Очень красиво, необычно и в то же время просто. Если вы заинтересовались, если у вас возникнут какие-то вопросы, либо пожелания, форму оплаты и все наши контакты вы найдете под этим видео. Полная информация о всех наших вязальных курсах вы тоже можете найти под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.